Молочные гостинцы получили многодетные и малообеспеченные семьи Щелковского района. Инициатором акции выступил Центр поддержки семей и защиты материнства совместно с Ассоциацией многодетных семей Московской области и Продовольственным фондом «Русь». Набор молочной продукции довольно внушительный. Несколько наименований любимых, вкусных и полезных лакомств, которым, несомненно, порадуются дети и родители из малообеспеченных и многодетных семей. Входят туда 10 питьевых йогуртов одной разновидности со злаками, 4 больших пакета био-йогурта, 6 творожков и 2 творожные пасты. Большой хороший набор на семью с детьми. Около 1500 семей в нашем районе получат такой набор. Подобная покупка в магазине обошлась бы в круглую сумму, так что многим подобная акция явно сэкономила семейный бюджет. Так многодетная мама Елена Боева признается, покупка такого количества продуктов – удовольствие не из дешевых. Приходится постоянно тратиться, каждый день, потому что надо всем, чтобы хватило на всех. Надо отметить, что заниматься раздачей продуктов в рамках данной акции будут как инициативные группы, так и социальные и общественные организации. Мы работаем с Центром «Семья», с опекой, с Красным Крестом, с организацией «Дети солнца и дождя», с организацией «Много деток». И вот все эти организации дают тех людей, с которыми целевыми группами они работают, и мы даем эту помощь, соответственно, по спискам. По словам организаторов, подобные акции в нашем районе будут проходить регулярно и, судя по реакции жителей, вполне успешно. Это большая помощь моей семье, и за это очень большое спасибо. Лилия Тимиева, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».